преддверии таких праздников мы взываем к вниманию женщин, которые стоят на пороге выбора между абортом и сохранением беременности, задуматься о том, какую непоправимую ошибку они могли бы совершить, приняв решение об аборте. Насколько распространена эта проблема, известно всем. То есть аборты на сегодняшний день – это проблема рождаемости населения, проблема повышения демографических показателей. И каждая женщина, принимая такое решение, должна понимать, что она может сделать такую ошибку, которая будет стоить ее здоровью. Это и воспалительные процессы органов малого таза, это и бесплодие в дальнейшем, невозможность рождения ребенка. И, конечно же, морально-этическая и духовная составляющая этого вопроса. Поэтому мы, врачи женской консультации, в преддверии новогодних и рождественских праздников призываем всех женщин рассмотреть эти вопросы со своей семьей, со своими детьми. И, конечно же, принять решение в пользу рождения ребенка. Потому что никакие блага материальные не заменят того счастья материнства, которое она для себя выберет.